В 2020 году боевые машины пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем и ПОХ и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» поступят в сухопутные войска Вооруженных сил РФ. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках выполнения государственного оборонного заказа, соединение также будет направлена партия боевой машины поддержки танков БПТП «Терминатор». БМП прошли глубокую модернизацию, существенно увеличив свои огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» — 57-м орудие, с пушкой «Спарринг» 7,62 м, пулемет ПМК с боекомплектом 2000 патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ТКК «Корнет» с боекомплектом из 8 ракет, из которых 4 сразу готовы к пуску. А в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет. БПТП «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Ей по силам уничтожать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить